На жрачках свинья. Давай его бить. А он стоит, он не хочет, он не напоминает, что сейчас полиция на их стороне. Наша Белина, что у нас даже не видела какое терпение. Я бы ее, блядь, убила бы там. Все эти женщины, мужики страдают. Одного клиента вот закрыли на 15 суток. Тоже с женой поругался, она вышла из школы. Закрыли, вот сидит. Сегодня 10 суток. Так нельзя с женами. Сразу в школу и тюрьма. А, наверное, уволят. Просто у нее мозгов нету. Смотреть, полиция ты где-то там.